15 августа 23 года, Ленинградская область, Гатчинский район. Ну вот, в середине августа у меня Black Jam, ежевика. Это росток прошлого года, перезимовавший. Вот у него ягодки. А это росток этого года, то есть он вырос за это лето, и вот он цветет. Это, повторяю, середина августа в Ленинградской области, ежевика Black Jam. Ну вот уже наливаются ягодки. Итак, Гатчинский район Ленинградской области. Ежевика Black Jam ремонтант. Ну, в этом году, скорее всего, на зиму я ее все срежу. И в следующем году он будет у меня расти одним росточком. Спасибо за внимание. 15 августа, 23 год.